Вакцину от коронавирусной инфекции завезли накануне и в село Ома. Туда с рабочей поездкой отправилась делегация представителей органов законодательной и исполнительной власти во главе с губернатором Юрием Бездудным. Репортаж Алины Вучейской. Ровные улочки, яркие и ухоженные дома. Это село Ома, столица Омского сельского совета. В 19 веке здесь находилась зимняя станция Мезенского тракта, ну а сегодня это одно из крупных сел на западе Ненецкого округа. Здесь проживает порядка 1000 человек. Половина из них – представители коренных малочисленных народов севера. Слава Бубриков старательно выводит на листе бумаги силуэт тигра. Пятиклассник в столицу Омского сельского совета приехал из соседней деревушки Снопы. Там есть только начальная школа, поэтому учиться детей отправляют в центральное село. Живет Слава в пришкольном интернате. В комнате 6 человек, ну, один ушел уже. Еще что? Комната так нормальная, обустроена, тепло. Ну, короче, нормально там же. Омская средняя школа считается одним из самых сильных учебных заведений Заполярного района. Здесь учатся 119 детей. Причем за знаниями сюда приезжают даже из других крупных сел, например, из Нижней Пёши. У нас дети очень хорошие. Мы всегда об этом говорим. Они очень послушные, очень хорошие, дисциплинированные. У меня вот пятиклассники, 7 класс и 11 класс. В 11 классе 5 человек выпускаются в этом году всего лишь. В 10 классе 6 человек, то есть у нас старшая школа небольшая. А вот среднее звено и начальная школа у нас большие. Знания дети получают в современном теплом здании. Здесь есть актовые и спортивные залы, столовая. Кабинеты оборудованы необходимым учебным инвентарем. В этом убедились представители власти, посетив омскую школу в рамках рабочей поездки в село. Не будем нарушать учебный процесс, просто заглянули посмотреть к вам. Можно присаживаться, пожалуйста. Это кабинет химии у нас здесь. Учитель Николай Константинович с большим стажем работы, давно работает. Хорошо готовит детей, мы сдаем ЕГЭ успешно, поступаем. Следом делегация направилась в детский сад. Дошкольное учреждение на сегодняшний день посещают 38 детей. Еще 12 малышей до 1,5 лет состоят в очереди. Здание сада хоть и не новое, но здесь буквально несколько месяцев назад завершился капитальный ремонт. Мы его ждали 9 лет. Вот, и в 19 году, 1 сентября, у нас начался ремонт. И вот закончился уже в августе 2020 года. Ну что, мы заменили стойки, мы утеплили стены, мы заменили пол. Также делегация посетила магазин потребкооперации. Представители региональной администрации совместно с прокурором округа проверили цены на продукты. Некоторые товары оказались даже дешевле, чем в Нарьян-Маре. В завершении рабочей поездки представители органов власти и контролирующих структур провели встречу с населением. В целом, очень хорошее впечатление от поездки. Ну и, конечно, общение с жителями лишний раз позволяет обратить внимание на целый ряд вопросов жизнедеятельности. Но будут поручения и проработать альтернативные возможность установления альтернативных источников тепла в домах, которые построены. Очень остро встал вопрос о скорости интернета, и буквально все задавали этот вопрос. Отдельно стоит отметить, что в ходе рабочего выезда в село, в омскую амбулаторию были доставлены тесты на ковид, медикаменты и 135 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», село Ома.